О, да. Нас ждет большое дело. Да. Мы будем ограблять банк. Как это так, да? Вообще. Как мы на такое смогли пойти? Вообще, вот мы гребаные засранцы. Да. Надеюсь, что копы нас не повез... нас не догонят. Я уж тоже на это очень надеюсь. Так, вот и банк. Надо бы его грабануть. Так, беспалевно. Припаркуем тачку. Ну что ж, пошли. Давай. Там вроде бы есть охрана. Ну, блин, конечно же, в любом банке есть охрана. Ну что ж, сейчас попытаемся. Надо снять ее. Да. Все, забегаем, давай. Всем стоять, это ограбление. Эти суки. Оружие на землю. Все, давай валим эту тварь. А, давай. А. Руки вверх. Так, все, молодец. Ты тоже давай. Все, молодец. О, вот и банкир. Ну что, падла, тебе конец. Главное, не двигайтесь, и все будет хорошо. Да. Направь на них обоих стволы. А то больно они уж. Мне не нравятся. Может, давай их кончим? Нет еще. Подожди. Четыре трупа за один раз. Это уж слишком. Все, я беру бабки. Давай быстрее, я их держу. Все. Пошли. Вы стойте, как стоите. Как стоите. Все, выходим из банка. Бежим. А. Все, давай, валим. Погасим быстрей. Все, рвем когти. Поехали в Сан-Фиеро, я думаю, да? Да, конечно, надо гасить от них. Давай, да, стреляй по ним. И отстреливай. Черт, они тоже по нам сейчас будут палить. Фак. Ну все. Поехали быстрей. А. Черт. Вон они. Черт. А. Мы от них отрываемся. Да, это хорошо. Че, какие дальнейшие планы? У нас есть бабки. Пока не знаю. Давай сначала уйдем от них. Да, я, наверное, куплю себе офигенный дом. И много-много всего. А, черт, они на хвосте. А, убивайте. Черт. Черт, шлагбаум, 30 баксов надо платить. А, Давай. давай. Все. Черт, мы тачку помяли. Нет. А. Стой. У нас тачка дымится. А. Ой, блин, а. Наша тачка, там Черт. папки, блин, твою мать. У меня есть в карманах. Они заплатят. Есть минус один. Они за это заплатят. А, черт! Что такое? Меня ранили. А, Как? В куда? в плечо. А, Черт. Что нам теперь делать? Тоха, вынеси его, А. садимся в тачку. Надо уезжать. Черт. Я тебе буду помогать. Все, Есть. Я он его стоп. убил. В тачку живо. Садимся. Все, давай, заводим двигатель, черт, все, хух. А, блин, Прижмитесь это к кто? обочине. Прижмитесь к обочине. А, это кто? Это твою мать. Черт, я не могу ехать, все. К обочине. Неужели мы сдадимся? Хорошо, выходим. Вот. Черт, что делать? Не Вы знаю. арестованы за ограбление банка и убийство людей. Черт. Давай. Блин, черт, вляпались. Твою мать, мне так больно. А! Блин. Вы Черт. садите в тюрьму. Вляпались по уши. Эх, тебя-то хоть в больничку, может, еще положат. Сколько нам, мне интересно, сколько нам сидеть? А вот это решит суд. Да пошли его в жопу, мрази. А.
Вы меня знаете, как подцепили, суки. А. Чё, язык в жопу засунули? Сказать нечего, да? Твари. Давайте, давайте, везите к ним. А, чёрт. Мы еще посмотрим, кто кого посадит. Что тут за дерьмо происходит? Мусарный. Черт. Это ваш милый дом. Заткни пасть. Эх. Все. Так, вышли. Вышли. Эх, падла. Идем вперед. Тварь. Что вы говорите? Господи, мы так с тобой облажались. Да. Слушай. Куда дальше? Прямо, прямо. Тварь. Слушай, Тоха, Тоха, слушай. Что? А может, мы сейчас у них пистолеты заберем как-нибудь, или это будет рискованно? Рискованно. Черт. И моя рана к тому же. А. Че, гниды, куда нам? Вот, тварь. Третью камеру. Твари. Так, а ты куда пошел во вторую, быстро? Падла. Ох, нас посадили на пожизненно. Что мы теперь будем делать здесь? Да, мы уже третий день в этой дыре. Господи, это невыносимо. Да. Хер знает, что делать. О.